Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вам показать клинический пример, насколько важны лигатуры в лечении второго класса с изоляцией Робердама. Мы поставили Робердам Санктуари Медиум зеленого цвета, зафиксированный клампом W3 ТОРВМ на зуб номер 17, отпрепарировали зуб номер 16-15. Практически всегда происходят вот такие очень значительные проксимальные разрушения. Второй класс, он очень опасен для премоляров. Видите, какая большая полость в зубе номер 15. И перед началом препарирования мы поставили по две двойных флоссовых лигатуры вокруг зубов 15 и 16. К концу препарирования у нас часть лигатур немножко порезалась бором, но платок при этом в хорошем состоянии, нигде ничего не разорвано. И, в общем-то, можно спокойно дальше работать. Ну, мы сейчас еще допрепарируем в каких-то точках, для того, чтобы убедиться, что все хорошо. Используйте обязательно второй класс. Это две лигатуры на две проксимальных поверхности зубов.